Всем привет! Друзья, год назад я залил на YouTube видос, в котором рассказывал об одной букмекерской конторе, которая не выплачивала денег моему знакомому. Видос был в открытом доступе до того момента, пока букмекерская контора не рассчиталась с ним. Рассчиталась. Достаточно быстро. И я тот сюжет убрал. С тех пор подобных видосов на моем канале не было. Кому интересно, можете посмотреть. Ссылка будет в описании. Но вот год прошел, и снова один мой знакомый, уже другой, столкнулся с непорядочностью в другой сфере. Мой знакомый преподаватель. В Киеве достаточно много различных учебных центров, которые конкурируют между собой за клиентов. Но, как оказалось, в некоторых из них работают непорядочные люди. Так вот, руководитель учебного центра «Престиж» Роман Тесленко не рассчитался за выполненную работу с этим преподавателем. Банально, но факт. Парень занятия с клиентом провел, а этот псевдобизнесмен отказался с ним рассчитываться. Цель этого сюжета – уберечь возможных будущих клиентов или преподавателей от того, чтобы иметь дело с этим учебным центром и Романом Тесленко в частности. Вот этот видос будет находиться на YouTube до тех пор, пока с моим знакомым не рассчитаются. Чем дольше видео будет на YouTube, тем больше людей смогут узнать об этом чудо-учебном центре. Если у вас есть знакомые, которым это видео может быть полезным, поделитесь им, друзья. И пусть Роман думает, а почему это клиентов стало меньше и никто не хочет с ним работать? Да все потому. Порядочным нужно быть.